Лондон настаивает на санкциях против России и обещает содействие в реформах. В этом премьера Гройсмана заверил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, с которым они провели совместную пресс-конференцию сегодня. Кто еще принял участие в этом мероприятии и как в Лондоне оценили уже проделанную Украиной работу? Об этом подробнее Светлана Чернецкая. Лондону надо отдать должное. На конференцию по вопросам украинских реформ удалось собрать представителей около 30 стран. В их числе министры иностранных дел и их замы от Польши и Румынии до США, Канады и Японии. Это мероприятие высокого уровня. И примечательно, что идея и ее воплощение принадлежат министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону. Ему удалось собрать вместе людей, которые готовы помогать Украине. Все отмечают, что украинским правительством сделано уже много, но почивать на лаврах пока рано. Норвегия в дальнейшем будет поддерживать процесс реформ в Украине, сосредоточившись на трех направлениях. Это верховенство права, энергосектор и торговля. По этим направлениям у нас уже накоплен опыт. Но масштабы этой помощи будут зависеть от уровня реализации реформ. Чем больше вы будете делать, тем больше мы будем помогать. Мы поддерживаем программу реформ, представленную премьером Гройсманом. Она очень решительная, я бы даже сказал, агрессивная. Поэтому мы призываем всех присутствующих поддержать ее. Но самое главное – это победить коррупцию. Нет смысла бороться за тело украинского государства на Донбассе, если оно потеряет свою душу из-за коррупции. Участники конференции сосредоточились на нескольких актуальных реформах. Это судебная, медицинская, пенсионная, земельная и приватизация. Но больше всего вопросов вызывает борьба с коррупцией и создание независимой системы правосудия. Украина достигла удивительного прогресса за последние 3 года, больше, чем за все предыдущие 23. И я хочу особо отметить достижения в секторе госзакупок и в декларировании доходов госчиновников. Ни я, ни премьер Гройсман не скрываем, что есть проблемы, но динамика очень позитивная. Это майданчик, на котором мы все собрались и проговорили очень конкретно, что сделано, что мы планируем сделать. Мы впервые, в принципе, по великому рахунку, презентовали нашим партнерам среднестроковый план дій. Ми сказали, куди ми йдемо в 17-му, 18-му і включно з 20-м роком. Ми показали план. І ми говоримо, що він є абсолютно реальним. І цей план, до речі, отримав дуже високу оцінку. От України в Лондоні большая правительственная делегация. Это министр финансов, здравоохранения, обороны, иностранных дел. Премьер Гройсман выразил надежду, что такие конференции станут традиционными. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».